Всем привет, это Дота с Найтиапом. Здравствуйте, Найтиап. Что это было? Это как будто Зигу кинул. Скажи чётче. Здравствуйте. Вот теперь четко. Почему ты решил, что эта игра скучная? Вот, ну, я играю на скучном персонаже. Огр маги. Почему скучно? У него две головы. Прям как у моей училки физики. Ты чё? Бля, чел, это очень интересно. Выпуск будет необычным. Выпуск будет с интересными загадками для Найтиапа. Итак, смотри, ситуация. Ты упал в яму. В яме пирожок и хуй. Что съешь, что в жопу засунешь? Ты совсем конченый, что ли? Подожди. Ну вот какой у тебя будет ответ? То есть это загадки тюремные. И нахер загадки, я не отвечаю на такие загадки. Ну смотри, ты упал в яму, вот, допустим, ты шел где-то в яме пирожок и хуй. Что съешь, что в жопу засунешь? У тебя есть какие-то предположения? Ну, я ничего не буду делать. Нет, вот смотри, ну, выскажи просто свое мнение, тут типа они с подвохом все загадки-то. Они необычные. А что, смотри, у тебя хохол появился на секунду. Снизу. Вот где огр магии нарисован, там хохол был только что. Ну ладно. Правильный ответ будет, возьму пирожок и вылезу из ямы. Если что. Ну вот я примерно так и сказал. Смотри. В жопу дашь? Или мать продашь? Давай, как бы ты ответил? Если ты ничего не буду делать из этого. Подожди, смотри, ну то есть ты молодой арестант, ты только что заехал на зону, допустим, за спекуляцией какими-то деньгами, там, или кражу, еще что-то. Вот тебя спрашивают, ну, допустим, в СИЗО. Ты должен ответить, жопа не дается, мать не продается. Так. Не готовишь, типа? Ну да. Так, следующая загадка. Что съешь, мыло со стола или хлеб с параши? Я говорю, эти все вопросы, они с подвохом. Мне просто ничего интересно, как ты ответишь. Это на самом деле все с подвохом. Они нет какого-то правильного ответа, прям вот четкого. Итак, что съешь? Мыло со стола или хлеб с параши? Ну как бы ты ответил? Я никак бы не ответил, не знаю. Так тебя бы опустили сразу. То есть нагнули бы, на спину положили фотографию женщины возбуждающую и все. И вот какой-то чел вот с размером тела примерно как у огра, магии, вот он с таким же ревением бы. Ну так вот, неважно, значит правильный ответ будет, стол не мыльница, параша не хлебница. Понял? Так, ага. Ну эти загадки я знал. А, еще есть одна известная загадка. Я не помню, рассказывал ли тебе, опять же, я много кому и рассказывал. Летишь на парашюте, видишь, перед тобой море спермы, лес хуев, куда падать будешь? Там опять какой-нибудь в рифму ответ, типа? Ну как, ну тут не в рифму, тут он просто нет как, вот какого-то типа вот туда упаду. Тут по-другому все строится, а не нестандартный ответ. Чё думаешь? Есть какие-то предположения вообще? Нет. Смотри, в каждом лесу есть полянка, а в море остров. Вот так. Ага. Значит, смотри, вот это вот я даже не знаю, только сейчас распечатал. Ты с кентом идешь по пустыне Сахаре. Хотя, правильно, еще по пустыне Сахара, но неважно. На расстоянии 100 километров нет ни жилья, ни населенных пунктов, никого и ничего, кроме песка. Вдруг выползает ядовитая змея, бросается на кента и кусает его за хуй. Что делать будешь? Я убегу. Куда? Вокруг 100 километров песка. То есть у тебя кент корчится от боли с змеей, а ты убежишь? Да. Есть два варианта ответа на этот вопрос. Если у кента залупа выше колена, то змея не достанет. Если ниже, то он сам отсосет.
Ах ты мелкий. А есть еще ответ 2. Сегодня Кент, а завтра Мент. Как тебе такое? Ну круто. Типа сегодня ты сосешь Кенту, а завтра Менту. Ну как бы, типа не по-воровски. Я еще потом на видео буду смотреть и угорать, как это сейчас сочетается с Дотой 2. И последняя загадка на сегодня. Про поезд она. Ты едешь в поезде, прикованный к рычагам. Ими можно повернуть или влево, или вправо. Впереди развилка, справа мать к столбу привязана, слева кенты, человек 10. Куда свернешь, кого задавишь. Вот это, кстати, загадка одна из таких вот легендарных про поезд, вот это и куда свернуть. Как ты думаешь, вот на эту можно, в принципе, попробовать ответить? Тем более у тебя, ты мертв. Мысли. Ну так, там опять какой-нибудь ответ мерзкий. Да не мерзкий. Ну типа смотри, справа мать, а слева кенты, ну, дюжина человек. Куда ты свернешь? Знаешь, какой ответ? Какой? Сегодня кенты, а завтра менты. Я лично не понимаю, что имелось вообще в виду под этим. Но, блин. Ну хорошо, дайте тогда еще одну загадку, которую знаю лично. Это вот про веник. Смотри, то есть ты сидишь в хате, тебе кидают веник. Говорят, сыграй. Как ты должен ответить? Что ты сможешь ответить на это? Нестандартный вопрос опять. Нестандартный ответ. Подожди, вот мне дают веник, и я должен сыграть? Тебе кидают веник, говорят, сыграй. Типа, у тебя в руках веник. И что ты должен ответить на это? Вот просто твое предположение, какие-то вот мнения. Там что-то будет по типу... Веник не гитара, там сейчас. Ну, почти правильно. Ты должен, короче, кинуть веник обратно и сказать настрой. Ну, типа, настроишь, сыграю. Ну, типа, настрой это невозможно. Вот. А, ну и похоже, загадка. Короче, на стене хаты рисуют каким-то предметом, не знаю, там, чем, углем или каким-то еще предметом, ворота и мяч. И тебе говорят... Гол забьешь, блатным станешь. Типа вот ворот, рядом с ними мяч. Как ты должен ответить? Еще раз, ворота, рядом с ними мяч. И что тебе говорят? Это нарисовано просто, да, все. И тебе говорят, гол забьешь, блатным станешь. Что ты должен на это ответить? Ну вот как бы ты ответил? Это все нарисовано, то есть это не в реальности. Ну просто на стене намалевано. Подсказка. Это похоже на ответ загадки с балалайкой, с веником. Есть мысль? Или ты на инвокера смотришь? Мысли нет. Короче, смотри, ты должен сказать, а ты мне сначала пас дай. Типа, дай мне пас, я тогда забью. А если ты каким-то образом, не знаю, попробуешь там что-то сделать, как-то нарисовать или что-то там... пнуть мяч, который нарисован на стене, хотя он 2D-шный, как его вообще можно пнуть, то тебя, ну, короче, и забьют. А ты знаешь, что на зоне из хлеба можно делать фактически все? Ножницы там и... Фу, блядь, ножницы, ножи там какие-то, шахматные фигуры, четки. Из хлеба? Да, там вообще такие мастера, охуеть просто. Есть там вообще целое, блядь, творчество там посвященное. А чё там по игре, кстати, вот? Выигрываете? Ну, я даже не удивлен. О, грех. Почему ты не удивлен? Когда ты начинал ролик, мы выиграли. Так, потому что я знаю, что вы все лохи. Смотри, за вас играет Пудж. Shadow Find, Invoker. Ну это просто отстой. И Огр маги. Нет, Пудж может, в принципе, в соло затащить, но я не... фиг знает, типа. Стоит, блядь, столько тут информации, охренеть можно.
Вот мне на фоне, наверное, слышно будет улицу, но это не важно. Господи, ну какой ВКБ, ну что за смех? Сколько? А ты знаешь рецепт чифиря? Знаешь, что такое чифир вообще? Ну, на зоне пьют когда. Нет. Ну это типа очень-очень крепкий чай, там такой прям терпкий, что прям пробирает даже. Типа он такой... Ага. Ну типа замена алкоголю. Угу. Вот, поэтому когда спросят, если на, ну, на зоне когда будешь, спросят, типа вот, хотя бы знаешь, ну и как отвечать, и вот какие есть там фишки, шахматы там, ну, а, из каких-то бумажек, картонок, если добыть, умельцы вырезают карты еще. Это очень интересно. В шашки играют еще, там, допустим, берут какой-то гвоздик где-то находят или что-то еще, расчерчивают на доске, если есть какая-то доску, короче, и там тоже из хлеба делают шашки, опять же. Ну вот это чем интересно, эта культура мне, тем, что вот как люди умудряются, знаешь, делать там буквально огромное количество предметов, имея под рукой там... Смотри, хохлы заспаунились. Имея... просто под рукой хлеб там и какие-то вообще минимальные принадлежности, где, знаешь, зажигалка считается предметом там невероятной роскоши. Там, блин, ну типа, получить там какой-нибудь вафельный торт, который ты там в жизни не захочешь жрать, там типа достижение. Ну вот, и люди умудряются там столько всего сделать, ну это прям, ну, да, офигеть. Леон убегает. Торка, ставь варды, пожалуйста. У нас вообще нет вижена на карте. Ну, в общем, такой вот выпуск был. Я надеюсь, что Федор Маркевич получится хотя бы войти в ранг мужиков на зоне. Ну, то есть, не опущенных, то есть, таких, ну, хотя бы каких-то приличных рангов быть там. Вот. И желаем сладкого чифиря, быстрой отсидки. И всего хорошего. Вот такой вот выпуск Инвокер и Огр Маги были с вами. Все, всем пока.